Безопасному катанию с горок детей и их родители обучают спасатели Усть-Каменогорска. Необычная акция участников подтолкнул рост травматизма в местах зимнего отдыха. С начала нового года травмы, ушибы и переломы получили более 50 ребят. Начальника городского отдела гражданской обороны Валентина Литвиненко детвора встречает с особым восторгом. Он дает мастер-класс по управлению надувными санками и правильной группировке при падении с них. Зачастую дети катаются, не соблюдая технику безопасности. То есть толкают друг друга, залазят в неотведенных местах, то есть не по лестнице. Также скатываются, не убедившись, что снизу дети отошли. То есть профилактика в данном направлении нужна и будет проводиться в дальнейшем. Не боимся уже отпускать, что вот все-таки смотрят за детьми. Очень даже удобно.